поехали. Команда из города Сумы, Адреналин. Город Кривой Рог. Город Днепропетровск. Солнечная Одесса. Город Харьков представлен аж одним участником. И город Павлоград. Антарес. А судит наше сегодняшнее соревнование горячо любимый нами наш любимый судья, учитель Томаш Глобазна, Чехия. Мы как организаторы желаем сегодня всем успехов, побед, спортивного поведения и просто классного, хорошего дня. Сегодняшний день – это одни соревнования, завтрашний день – это другие соревнования. У нас впереди несколько замечательных, великолепных дней. И пусть сегодня всем повезет, и пусть сегодня все будет очень позитивно. Спасибо! И на гимн нашей страны «Стоять смирно». Судье наших соревнований Томашу Глобазна. Я не хотел ничего сказать. Я очень счастлив вас всех вижу снова. Я вам желаю, чтобы у нас всех, наших собак тоже был красивый день, чтобы мы увидели это соревнование, были счастливы, побежали и так далее. Я уже хочу видеть ваши победы. Давайте. Считаются открытыми. Сейчас пройдет разминка на трассе А1, джампинг. Время 7 минут для изучения трассы. Итак, время пошло на трассе участники А1 и тренеры.